Доброе утро! Сегодня у нас 13 ноября. Мы находимся возле Ватикана. Это моя дочка с подружкой, с моей Аней. Мы прогуляемся здесь, в этом районе. Ватикан. Без очереди. Вам дают на эти 15 евро, вы дают аудиогид, там есть русский язык. И с аудиогидом 45 минут длится вот эта вот обзорная экскурсия внутри собора Святого Петра. Потом музей Ватикана с той стороны находится. Если стоять в очереди, билет стоит 16 евро, чтобы зайти в музей Ватикана. Если не хотите стоять в очереди, на месте билеты 27,50 стоит, и вы не стоите в очереди. Видом, если идете, конечно, намного все в ежедневную, но экскурсия длится 3 часа. Если вы обладаете как бы терпеливостью, то выгоднее с гидом идти, потому что вы не стоите нигде в очередях, и гид вас заводит изнутри музея в собор. Там есть коридор после Сикстинской капеллы. А это как бы возможно только с гидом, индивидуальный туристический опыт. Туристы. Платья, пьяца, площадь Сан-Петро. А мне кажется, быстро продвигаться, не быстро. Ну, полтора часа как минимум, и то. Оттуда. Надо пофоткать хотя бы нам здесь. Олег. Очередь. Василику эту. Мне кажется, здесь... Оттуда, блин, на километровую. Здесь классно пофоткаться и на улице. Да, здесь все. Так что здесь можно гулять спокойно, красиво. Сайта под меня сфоткает. Сейчас я очки не напишу, что я красота. Тучки. 13 ноября. Алина, идите сюда.
Красивая площадь. Большая. Много туристов. Ну что, девочки? А? Опускались. Что за... Здесь вот красивое небо. Опять. Очень красивое небо.